Иоанн обличил Ирода за то, что тот взял за себя Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, за что и заключен был Иродом в темницу. Ну что? Когда мы приблизились к воротам Наина, выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Увидев ее, Господь жалился над нею и, подойдя, прикоснулся к одру и сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Иди, спроси, ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? Наставник. Наставник. Иоанн Креститель послал нас спросить, ты ли тот, к которому должно прийти, или другого ожидать нам? Скажите Иоанну, что видели и слышали. Хромые ходят, слепые видят, и блажен, кто не усомнится во мне.